вас просто складывается биография, как, мне кажется, ни у кого из музыкантов вашего масштаба, если вообще таковые есть музыканты вашего масштаба, я имею в виду, ну, из великих музыкантов, потому что вы все время... Не будем преувеличивать. Не все время, но часто у вас возникают ситуации, когда вам приходится вспоминать занятия боксом. То есть то вы с чернокожими французами деретесь на улицах Парижа, то еще в какие-то вступаете. Это было бы по-другому, если бы у вас не было этих навыков, как вы считаете? Это дело в характере или в понимании того, что вы можете дать сдачи? И в характере, и просто в ощущении того, что... Справедливость должна торжествовать. Вот мы недавно летели в самолете в Уфу, и там был подвыпивший человек, который стоял около стюардесс. Я подозвал одну из женщин и сказал: если у вас возникнут какие-нибудь сложности, то я к вашим услугам. Я не застегиваюсь. Угу. Так, и что, не дошло? Не дошло. И вы испытали разочарование? Нет, нет, вы же приготовились. Нет, уже. Но стюардессы были очень тронуты участием.